де Либераторе и Маура Тонолини. И вот Криштиану. В атаке. На правом фланге мяч. Роналду и Суджи. Сражены в отсутствии причесок. Пока португальцы держат мяч, как головой. Роналду заслонил мяч от Давида Силы. Обыгрывать нужен здесь видеоассистент. Это пенальти, да. У испанцев в этом месте играет Иско. Мастер паса. Человек, который переключает. Судя, куда прошел судья. Смотрим на движение ног. Криштиану против Давида де Хеа. Судье время. Помните, да? Лигу чемпионов. Реал Ювентус. И Давид. Первый пенальти на чемпионате мира. Ну и прямо в самом начале. Молчим. Завязка. А вот сейчас мы и узнаем. Это новый удар по голевую передачу. Некому записать абсолютно. Можно записать Роналду. В некоторых играх записывают голевой пас тому, кто заработал пенальти. Делаю. Правда? Здорово. Штрафной удар. Очень талантливый игрок. Он этот сезон провел в Испании. Да, если вообще за этот момент, потому что не всем сильно повезло. Рафаэль Герреро. Ну вот, началось, в принципе, то, что иногда чувствует себя уверенно. Роналду отходит на левый фланг, тут же рядом с ним Пике. Попытка сыграть вперед. И вот контратака, может быть, сборная Португалии. Спасибо, Кирилл. Смотрим повтор. Быстрая контратака сборной Португалии. Испанцы увлекают и разбег, который, наверное, мальчишки во всем мире до конца рекламная презентация. Похоже, с Вильям Карвалью, это его надо спросить. Добивание должно быть мастера посерьезнее. Ну давай уже, не томи, родной, подача, удар, она же ворота. Удар получился смачно. Пугается здесь Криштиану Роналду. Скорость, вытянул на себя защитника, пас на Гедыша. Давид Силва, по-моему, все. Успевают, они больше были на виду Роналду, Гедыш. Вперед, вот есть возможность для контратаки, наконец-то это Криштиану. На широком шаге. Вот опасно может быть. Удар, поворот, а вот! Де Хеа ошибается! Ошибается Де Хеа! Гол буквально прилипает к ногам Криштиану Роналду. Когда вы знали, из какого ссора растут голы. Ну какой тут стыд. Удивительный матч. Лучший вратарь этого сезона, по мнению практически всех, Давид Де Хеа, который Манчестер Юнайтед. Пойти перерыве этого матча, который как раз наступает. Послушаем, что скажет. Где они играют, все они делают то, чего мы от них ждем. Иньеста за замену сборной Португалии готовится. Любопытно, любопытно, потому что... Ну и действительно, мы ведь кипер в центре обороны действует фон. На системе видеоассистент-арбитра. Видеоассистент-рефери, ВАР, да, так называется. Отбор на месте потери, борьба на чужой половине поля. Желтой карточки не будет. Теперь уже впору поговорить о том, а кого может выпустить. Иско. И следствие давления. Любой футболист должен идти. Выстрелили дуплетом, сбили Криштиану. Кстати, именно начато это из... Ну и, конечно же, есть Куарежма. На кубке дело. Как раз если он побежал разминаться, то я полагаю, ситуация, чтобы любой ценой забивать еще. Роналду не дал неполный. Прекрасное вагон. Политическое выражение, физический накал. Если этого не скажешь. Отработал честно, но совсем безвестно. А вот это. Попался Пике, попался. Ударил вот, ноги. Да. И сейчас, конечно. Ну, кто будет штрафной? Ну, конечно же. А дистанция до ворот. Это прямо вот то, что он хотел. Строились. А ну-ка. Оп. Чем? Зачем?
зачем про это сейчас говорить? Вы посмотрите, что мы с вами сейчас увидели. И такое еще, как Куарежма даже не дернулся. И стенка прыгнула, и все равно была обидена. Но про Дехе говорить ничего не хочу. Так вот у него все время, понимаешь, Куарежма. Расстаться вовремя не может. С Первого канала можно посмотреть это еще с большего количества. С разных точек, да. Панмугеев.